Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас на чистке, отработке принтер Xerox 7100. Он у нас выдает сообщение: замените сборник отработанного тонера. Печать еще пока не заблокировал, но он уже об этом предупреждает. Сборник тонера отработанного находится здесь, у этого принтера. Поднимаем крышку, и вот сам сборник. Вынимаем его. Все, сейчас перейдем, я покажу, как его очистить. Чипа здесь так такового нету. Здесь идет световая, так скажем, работает на просвет. Вот там вот. То есть он в данном случае уже заполнился здесь и, так скажем, разрезал луч, который здесь должен проходить. Ну и, соответственно, выдал сообщение. Желательно запылесосить здесь всю грязь. Выключим аппарат. Покажу вам, как заменить печку сразу же, барабаны, мало ли, если у вас дойдет до этого дела. Сами картриджи у этого аппарата находятся вот здесь, в виде таких вот туб. Здесь есть кнопка, которая откидывает эту крышку. Открыли, все, здесь у нас появился доступ к ролику захвата ручной подачи и к самому термоузлу. Термоузел здесь тоже снимается легко, вот где у него здесь идет и здесь метка. На себя их поднимаем и термоузел вот за эти лепестки наверх вынимается. Закрываем, и вот у него еще идет одна клипса. Открываем, и сейчас мы все это дело открываем вместе с термоузлом. То есть вот он у нас открылся, термоузел уже вот здесь находится. Здесь у нас есть ролик переноса. Еще он открывается вот так вот, за этот рычаг тянем, и наверх поднимается он. Вот таким образом. Подняли его, здесь у него идет упор с этой стороны, как капот, короче, у машины. Оп, все, застопорился. И вот поэтому я его назвал динозавром. Вот так вот, потому что сбоку он реально похож на динозавр. Вот такой вот интересный аппарат. Вот сами блоки барабана. Они вынимаются здесь, в принципе, элементарно. Вот у него ручки идут. Так вот берем, оп, и на себя вытягиваем. Вот таким образом. И каждый барабан точно так же вынимается. Ну, давайте перейдем к нашему бункеру с отработанным тонером. Вот таким образом он у нас стоит в принтере, немножко под углом. И, соответственно, вот сам у нас датчик. Получается, он здесь переполняется, заполняется, заполняется и перекрывает луч, который проходить должен насквозь вот этой прозрачного выступа специального. Сдвинем шторку. Для того, чтобы нам сдвинуть шторку, вот здесь есть два фиксатора. Вот один здесь. Вот я сейчас его нажимать буду на него, он нажимается вот здесь. А один вот здесь точно такой же, вот за шестеренкой. Вот мы его нажимаем, и он блокирует просто поворот шторки наверх. Поджимаем его, и шторку поднимаем здесь. И здесь все. Я их отжал. Вот у нас вся отработка здесь. Сейчас это все вытряхиваем отсюда досконально. Так, все, я его вытряхнул. Стеклышко у нас стало практически прозрачным. Тут уже видно немножко. Этого достаточно. Выдувать тут все досконально, в принципе, такого смысла нету. Да и особо тут ничего не выдуете. Если сюда компрессором даже поставить, то он особо здесь не выдует. Это из этой. Совсем кристальным оно не станет. Но этого достаточно. Главное, чтобы оттуда тонер весь выпал. Потому что он там собирается. И вообще просвета нет. А сейчас оно просто в пыли чуть-чуть, но оно уже чистое. Закрываем шторку до щелчка. Защелкнулись. Все, давайте установим принтер, проверим. Давайте поставим. Закрываем, включаем аппарат. Так, все, сообщение у нас пропало. Осталось только сообщение заказать тонер черный. Ну, картридж заканчивается. Низкий уровень черного тонера. Все, сообщение по бункеру отработанного тонера пропало. В принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока.